В Жамбылской области более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Рухани Жангыру». В рамках акции караван проехал по всем районам области и финишировал в Таразе. Автокараван «Духовное возрождение», организованный по инициативе Жамбылской областной прокуратуры и Управления по вопросам молодежной политики акимата области, сегодня подвел итоги своей работы. Автокараван был направлен для разъяснения механизмов государственной поддержки населения. Его члены встретились с жителями отдаленных аулов, ответили на насущные вопросы сельчан. Также они провели прием по вопросам повышения правовой культуры граждан, трудоустройства, поддержки предпринимательства, государственных механизмов поддержки сферы сельского хозяйства, возможности поступления в учебные заведения, проведения бесплатных медицинских скринингов, требования обязательного медицинского страхования и ряда других вопросов. Данного автокаравана – это достучаться до каждого молодого человека, найти ответы на поставленные вопросы, пройти обследование, чтобы вы, как молодежь, были полезны для нашего общества, также и общество было полезно для вас. Не упустите свой шанс. Также в ходе акции решены вопросы с трудоустройством 168 человек. 1530 человек получили квалифицированную медицинскую помощь. 200 человек изъявили желание заниматься бизнесом. 300 молодых ребят благодаря акции смогли определиться с будущим обучением в вузах. Решены вопросы с обеспечением бесплатного питания детей, получения инвалидности, мат-помощи, земли под индивидуальное жилищное строительство и алиментов. В Таразе 6 нуждающихся граждан благодаря акции получили квартиры. Мы, как видите, завершая вот эту нашу акцию, на центральной площади города Тараз провели окончательное мероприятие. Здесь, как вы видели, были вручены ключи от квартир, призы многодетным семьям. В целом акция прошла очень активно. Более 20 тысяч человек приняли участие, смогли получить различную юридическую, социальную, экономическую, медицинскую помощь. И мы для себя много чего узнали, прокурор. Мы взяли на себя многие проблемы, которые существовали перед гражданами. Стоит отметить, что большинство участников встречи были молодые люди. Их волнуют проблемы безработицы. Другие интересовались вопросами государственных программ при открытии своего дела. Ситуацию для того, что моя цель в будущем заключается в том, чтобы создать свой бизнес. Я получил для этого консультацию. Консультация была проведена отлично. Я все понял, что должен, какие шаги я должен предпринять для того, чтобы открыть бизнес. Автокараван проводится в целях для того, чтобы молодежь двигалась вперед, для того, чтобы молодежь предприняла сама шаги, для того, чтобы обеспечить светлое будущее. Прокурор области в ходе акции лично принимал граждан по различным вопросам. Все они нашли свое оперативное разрешение. Как было отмечено, учитывая положительный результат, подобные акции прокуратурой области будут организовываться на постоянной основе. Асель Медиаттегы, Серик Тажибаев, 77 News.